Я приветствую вас на канале «Встречное мнение». Я автор канала Олег. Сегодня мы поговорим о таком событии, как один из прибалтийских каналов, популярных в YouTube, пригласил к себе в гости других ведущих, которые теперь находятся либо в статусе иноагента, либо разыскиваются российским государством за дискредитацию вооруженных сил. Такие вот герои, как Майкл Наки и вот девушка Нино, но о ней я сегодня ничего не буду говорить. И, в общем-то, вот спасибо этому каналу, который имеет такую популярность. Я, конечно, еще не такую. Но не забывайте, друзья, подписаться, поставить лайк. Мне нужно еще 300 человек, чтобы YouTube, правда, аж поперхнулся. Дал мне большие возможности, друзья, для того, чтобы я делал вам интересные ролики. Ну вот сейчас посмотрим, у меня есть ролик предыдущий, там где он называет отрез, который лопнул, где, сейчас попробую его вам показать, где Александр Глебович Невзоров, в общем-то, предлагает Майклу Наки, и от чего он отказывается, что он говорит. Смотрим, да? Итак, поехали. Александр, да, спасибо большое за предложение, но я по большому счету себя журналистом не считаю. Зачем мне итальянское удостоверение, тоже не понимаю. И с этим, кстати... Не... А теперь смотрим, что вчера, вот там позавчера, в гостях в городе Риге у канала, вот дает свое интервью Майкл Наки, и вот как он реагирует теперь на эти слова. Прошло, друзья, месяц, там что-то всего, да, слушаем, да? Журналисты Майкл Наки и Нино Расибашвили, кстати, на сайте вот жизньзвезд.ру я подглядел твою биографию. Приветствую вас. Здравствуй, Вадим. Спасибо большое за приглашение. Да, привет, спасибо, Вадим, что пришли, тем более, что мы теперь соседи. Вы уже, возможно, уже назвать жителями балтийских Риги? Стран. Да, ну, жителями балтийских стран. Да не, ну мы все еще в отпуске, довольно затянувшимся. Он уже что, полтора года он продолжается. Ну вот, друзья, и теперь услышим дальше самое главное на вопрос... Когда вы, в общем-то, планируете и как вернуться? Интересный вопрос для таких людей задавать, конечно. Но эти люди, вот, например, Майкл Наки, он говорит об этом так. Итак, слушаем, друзья. Слушай, я знаю, когда я вернусь в Россию. Первым самолетом, когда Путин сдохнет. Ну, то есть, для меня этот вопрос не стоит. Как бы. А по времени сколько займет? Да черт его знает. Ну, то есть, у меня горизонт планирования неделя. Во время пандемии он у меня был 2 недели. Типа, как война началась, я его сократил до недели, горизонт планирования. Поэтому, что его знать? Может быть, послезавтра, я не знаю, свержение произойдет. Или, значит, через 2 недели там миллиард... Ну вот, друзья, вы все слышали своими ушами. Поэтому подписываемся на мой канал, да? На мой канал подписываемся и ставим лайк, друзья, смотрим другие видео. До встречи, спасибо, я думаю, будет что-то интересное. Смотрите предыдущие выпуски, там есть зацепки, которые будут... Все равно вам им придется смотреть, если вы подпишетесь. Если вы человек, которому интересна аналитика и которому интересно, что его ожидает, то, поверьте мне, здесь будут ответы. Спасибо.